Власти Италии разрешили сойти на берег большой группе спасенных в Средиземном море мигрантов. Об этом сообщил Матео Сальвини. Людям будет оказана необходимая первая помощь, но затем мигранты будут направлены в другие страны ЕС. Соответствующее соглашение было достигнуто между Еврокомиссией и Римом. Речь идет о 130 мигрантах, которые были спасены в водах Сицилийского пролива. На помощь им пришли итальянские пограничники, но в то же время Рим категорически отказался принять нелегалов на своей территории. В результате Еврокомиссия согласилась пойти навстречу итальянскому правительству и запросила содействие у остальных стран ЕС. Согласие принять нелегалов подтвердили 5 стран: Германия, Франция, Португалия, Люксембург и Ирландия.